Всем привет! Сегодня у нас вечер интервью. Мы берем у всяких детей. Дима, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? Нельзя смеяться, смеяться нельзя. Так громко, громко смеяться нельзя. Это даже 18-летний ребенок не решит. Зато Дима знает. Дима. Ты знаешь, в чем смысл жизни? Сдаешься? Правильный ответ. Не, подожди, подожди, подожди. Дима на самом деле знает, и сейчас вот скажет Ариана, он поймет, да, я же знал это. Давайте проверим. Ариана, в чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы служить Кришне и попасть к нему на райский планет. Ответ верный. Ты можешь более подробно сказать, Дима? Ответ верный. А ты как думаешь, может, это Ариана не так выразилась? Ну, так, ну... Давай как там, суть, это вот. Наша жизнь, чтобы попасть к Богу. Служить Кришне, попасть в Бога на райские планеты, и там ему тоже служить. Ну, может быть, не на райские планеты? Ну, куда-нибудь, где Кришна. Может быть, и потом, ну, чтобы ему служить. Может быть, духовный мир? Да, в духовный мир. Да это мы уже на той передаче спрашивали. Мирославчик, сколько тебе годиков? 7? Да. Хорошо. Мне 7 годиков. Арина. Мне 7. Один! Арина. Кому ты поклоняешься? Арина, кто твой бог? Один! Кто твой бог? Вот. Кто твой бог? Ладно, теперь ты спрашивай. Вам не трудно справляться с детьми? Нет, трудно. А вам не надоедает покупать детям сырные косички? Нет, не надоедает. Ева, у меня такой вопрос. У меня несколько таких вопросов. Ева, тебе уже не надоело жужжание этой машинки? Ева готовит. Так. Процесс. У меня для вас вопрос. Не надоело ли вам нас снимать? Нет. А как вы думаете, наберет ли наш канал 1000 подписчиков? Я думаю, он наберет еще миллион. А может быть 16 108 миллионов? Вот и хорошо. Замечательный настрой. Я буду снимать. А теперь Туласи спрашивает у меня интервью. Ты не устала участвовать в всяких спектаклях? Нет, не устала, мне даже их не хватает. Матаджира, вы не устали петь все время вот эти оладушки, или как там называют? Лепешки. Нет, не устала. Дима, ты не устал баловаться? Нет. Так. Назовите мне... А теперь это. Нет. Назовите нам Аштасакхи, 8 подружек Радхи. Алалита. Давайте по порядку, сколько, четыре назвала, да? Нам, может, не первую буду сказать какую-нибудь? Я сама даже не знаю правильный ответ, я только 4 знаю. Короче, пока вот тоже знала. Дима, не балуйся. Ну, это очень сложный вопрос, я как-то раскраску раскрашивала. А теперь... подожди, Аришка, ты не устала ходить в памперсе? Аришка, как зовут... Назови 100...
16 000. Назови 16 100. Вот. Это 16 000, чтобы 7 имен Кришны? Аришка, ты не устала кашлять? Надо. Назовите все 10 аватар. Ну, назовите весь Даша аватар. Ой, 10 аватар, господи. Да. Давайте я отвечу. Матья, да. Пожалуйста, Матья. Загибай пальцы. Нарасим Хадев. Так, Курма. Рама. Парашурама. Парашурама. Мама на дев. Ну, по-моему, все. Нет. Кришна, читание. Будда. Калки. Калки, да, последний. Кто? Калки. Да. Вишну. Ну, Вишна, это сам Вишна, это... Это все это. А теперь рубрика Баладева и Субхадры. Она будет такая же, как и видео с макияжем. Ладно. А как звали демона, который был большой змеей? Акасура. Угу. Аня. Аня. Как звали демона, который был цаплей? Акасура. Правильно. Так, Дима, как звали демона, который был конем? Ослом. Я не помню. Трикоса. Нет. Это ветер. А теперь задаем вопросы Джаганатху. А теперь рубрика Баладева и Субхадры. Задаем им вопросы. Ну давай. Анна, как звали... Как звали... Баладева. Друга Кришны, пастушка любимого. Баларама. Это же нет, я. Нет. Друга Кришны, пастушка. Субала? Ну, а несколько имен назови. Субала. Матху Мангал. Шакха. Ну, в общем, их 12. Да. Хорошо. А теперь Субхара. Как звали жену Кришны, любимую? Шиматхарани и... Не, в Двараке. А я его любимая сестренка. Как звали братьев Арджуны? Махадев, Накула, Лакшман. Нет, Арджуны. Ну что, я жду? Как звали дедушку Арджуны? Прадедушку, то он дедушка или прадедушка? Ой, не знаю. На букву Б. Ба-ба-бан. Бахчиван. Правильно. Как звали... Очень сложный вопрос. Как звали... Что? Куда кидать? Баба. Как звали? Майя. Как звали демоницу, которую убил Рама? На букву Т. Танапутана. Нет. Рама. Нет, не на Т. Де. Хорошо, как... Дранга. Как, ну помните, какая демоница-то такая огромная такая? Да, которая превратилась в змею. Которая там нет. Была, да. Там, блин, я про другую подумала. Имя. Друда. Которая Дарабуда. Дарабуда. А? Не, да, я имею в виду, которую Рама убил, еще когда он с Сидой не познакомился. Да.
Я сама забыла, как зовут ее. А теперь рубрика «Полезные советы». Если вы не знаете, что делать, когда у вас берут интервью, просто делайте то же самое, что и я. Вот пример. Чё-чё? Задайте очень сложный вопрос. Например. Как звали сестер Ситы? Ну, давай, как звали сестер Ситы. Давай. Я отвечаю? Да. Не, говорите. Как звали сестер Ситы? Не, я знаю, как звали. Так а что ты убежала-то? Так вот это и есть полезный совет. Если у вас берут интервью, надо убегать. Ну давай, отвечай тогда. Как звали сестер Ситы? Я не знаю. Кто знает, как звали сестер Ситы? Аукцион! Кто знает, как звали сестер Ситы, получит 200 рублей! Ты знаешь? Ой, ну я не знаю. На букву. Что? На букву У. Уктасия. На букву Ш. Ш. Шанти. Нет. Шрила Прабхупада. Прикольно. На букву М. На букву М. Шрила Прабхупада. Ну, на Вина Кишори. На М. На М? Да. Мама. Нет. Малини. Нет. Малинка Калинка. Нет. Мина Мина. Или мы ма. Куда рулится? Мальвина. Маликина. Ма. Магнитолог. Магнит. Магазин. Магазин. Свет. Ну все, прощайтесь. Мирославчик. Нет. Пока, публика. Ладно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сила, давай, сила.